Сегодня заседание консилиума было из ряда вон подготовлено плохо. Во-первых, в повестку дня были включены те вопросы, которые либо отклонялись консилиумом, либо вообще голосовали за них, не голосовали за них. Поэтому повестка дня повторяющаяся. Да, во-первых. Во-вторых, не был подготовлен к заседанию. Во-первых, не пришел переводчик. Когда я задала вопрос Домну Диденко, почему нет переводчика, почему нет оператора, он сказал, что он не знает. Я говорю, но вы же отвечаете за заседание консилиума, вы его готовите. Почему так получается? В общем, ну как всегда в примарии. Нет одного, нет другого, там не знают, тут не знают. Не было сегодня на заседании примара, тоже не знают, по какой причине он сегодня не явился на заседание.